Гарантии безопасности, как он вчера сказал, пообещал, были предоставлены. Ну, я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси, как я и обещал. Если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их счет. Я ведь ничего, Александрович, не прошу. Пусть мне отдадут Шойгу и Герасимова. И мне надо встретиться с Путиным. Я говорю, Женя, никто тебе, ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст. Особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я.